Как вы думаете, что это? Это глажка брюк. Кастрюля, в которой засыпан горячий песок, разогретый на огне. О! Как из-под утюга. А вот песок стоит, нагревается. Смачиваем тряпочку водой с солью. Для чего соль? Для того, чтобы краситель, которым я вчера красил брюки, не отошел и закрепился. Теперь идем за горячим песком к мангальчику, к нашему. Берем кастрюлю, кидаем на брюки и начинаем под давлением гладить. Видишь, как прекрасно все получается. Никакого утюга, никакого электричества не надо. И снова ставим.